Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам свои хвойники, которые пострадали после такой сложной зимы. Никогда они у меня не подгорали, а в этом году зима была настолько сложная. Во-первых, осенью было очень много дождей, потом был мороз, земля быстро промерзла, очень глубоко промерзла. Потом опять была оттепель, потом опять морозы. В общем, ужасная была зима. И первый раз за 4 года у меня случилась такая неприятность, как подгорели на солнце моих хвойные растений. Немножечко сейчас пройдусь, покажу, какие растения пострадали, каким растениям вообще ни по чем такие сложные погодные условия. Возможно, кто-то возьмет на заметку. Ну, конечно, больше всех пострадала коника. Это елочка. Вот здесь вот она у меня с одного боку. Здесь солнце больше попадает. И смотрите, друзья, что здесь произошло. Вот, видите, иголочки такие. Но ну, они очень хорошо осыпаются. Но я думаю, что обрезать не стоит эти ветки, которые подгорели. Вот если вы, я не знаю, как видно, не видно, уже молодые приросты на ней появляются. Ничего обрезать не торопитесь. Возможно, она еще восстановится. Поэтому обрезать, как говорится, всегда успеем, никогда не опоздаем. Вот с этого бока очень здорово подгорело. Она растет здесь у меня четвертый год. И это первый раз с ней случилась такая неприятность. Никогда не подгорала. Но, видимо, в этом году корневая система настолько промерзла. А солнце было яркое, а весна была ранняя. Вернее, не была, а она есть у нас ранняя весна. И поэтому вот с ней случилась такая неприятность. Но я не унываю, я думаю, что с ним будет все в порядке. Обратите внимание, вот это вот можжевельник скальный, монглу. С ним, как вы можете видеть, вообще ничего, никаких неприятностей не произошло. То есть он абсолютно устойчив к всякого рода подгораниям. Прекрасный можжевельник. Возможно, кто-то хочет себе посадить такой. Даже не сомневайтесь. Никакие сложные зимы ему ни по чем. Также ни по чем. Вот таким почупокровным можжевельником. Такая сложная зима. Это был чип. Посаженный мной от черенка, от своего взрослого растения. Сосной все в порядке. Сосна пумилио очень здорово у меня подросла. Был маленький-маленький такой саженец. Мне его продали прям возьмите, выживет, не выживет. По-моему, рублей за 150, за 200 я его взяла. И вот она спустя три года хорошо пошла в рост. В рост. Так что не будете покупать такие зачуханные саженцы. Они, в общем-то, хвойные хорошо принимаются и растут. Еще один почвопокровный можжевельник, к сожалению, не знаю название. Тоже все в порядке. Поэтому, друзья, вот с почвопокровными можжевельниками как правило, ну ничего не случается. Они не выпривают, не подгорают и, в общем-то, не вымерзают. Ну, по крайней мере, у меня такого не случалось. Еще один можжевельник. Не совсем почвопокровный, но такой все-таки стелющийся. Тоже ничего с ним не случилось. Очень даже неплохо выглядит. А вот маленькая сосенка. Забыл название, напишу вам. Растет второй год. Тоже смотрю, почки хорошие у нее уже появляются. Тоже не подгорела, не выпряла, не вымерзла. Ничего. Хотя, хотя повторюсь, друзья, что была очень сложная зима. Очень. На самом деле лучше бы морозы были и снега по колено, чем такая зима. С качелями. Плюс-минус, плюс-минус. Это хуже всего. Уж насколько мы знаем, что да, смарагды. В принципе, они не склонны к, к всякого рода проблемам, подгораниям. Но в этом году вот так произошло, что даже одна из туек моих неплохо так подгорела. Ну, я думаю, что это вообще не беда, ничего страшного, она восстановится. Не спешу ничего вырезать. Ничего страшного, друзья. Вот еще доказательство, насколько была сложная зима. Казацкий можжевельник. Чтобы, что, как говорится, да, самые неприхотливые из свойников – это казацкий можжевельник. Ну вот и он, бедняга. Смотрю, снизу у меня так, чтобы солнце не попадало. Смотрю, желтенький. И вот думаю, то ли это Вася тут походил, лапу поднимал, то ли это все-таки ожоги. В общем, так выглядит неплохо, но уже что-то внизу не очень красиво. Но если не зарастет, то все это попозже вырежу. Ну вот перехожу к своей горочке такой. Здесь что у меня? Здесь у меня очень сильно пострадал чешуйчатый можжевельник. Холгер, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Хотя уже, видите, друзья, приросты пошли зелененькие. А вот с этого Бога совсем желтый-желтый. Первый раз, вот тоже ему 4, пятый год. Первый раз за все это время он так сильно подгорел. Ну, пока ничего делать не буду. Ничего вырезать не буду. Вообще, друзья, если ваши растения подгорели, не спешите их резать. Дайте им возможность распустить новые приросты. А там будет вам видно уже, что вам делать, что убирать, что оставлять. Единственное, что хочу сказать, что можно обработать и пином, цирконом. Собственно, я это и хочу сделать. Для того, чтобы помочь растениям, получше пережить эти трудности. Ну, вот еще один скальный можжевельник. Blue Arrow. Очень много уже приростов. Он, почечки маленькие такие. Нигде ни с какого боку он не желтый что с ним не случилось. Очень красивый. Даже Вася до него не добрался. Вот тоже хочу сказать, что вот можжевельник, да? Что-то подгорает, что-то вымерзает, а ему ни по чем. Очень хороший скальный можжевельник. Люароу. Лаймлайт можжевельник. Ну, по нему, честно говоря, друзья, не видно, подгорел он или нет. Он лимонного желтого окраса. По-моему, с ним все в порядке. Уже начи начинает менять вот свой цвет на ярко-лимонный. Скоро будет вообще он бесподобный, конечно. Больше всего подгорел чешуйчатый. сейчас перейду еще в одно место. Там у меня сидит еще один можжевельник. Сейчас покажу вам. Вот здесь при входе в дом у меня посажен еще один можжевельник. Я его формирую таким небольшим кустиком, хотя знаю, что он растет довольно высокий. Но так как здесь, друзья, частенько тень от забора, то он не обгорел. Мне кажется, это можжевельник чешуйчатый, потому что уж очень колючий он. Обычно чешуйчатые можжевельники, такие колючие довольно-таки, не знаю, сорт. Но вот он нигде, ни с какого боку, ни желтый, с ним все в порядке. Поэтому, друзья, не спешите резать. Подождите, дайте возможность растениям распустить новые приросты. А потом будете уже смотреть, где корректировать, а где уже кардинально подходите отрезать. спирии начала листочки распускать. Как же прекрасно весной все оживает, все распускается. Еще можете обработать и Это будет только в помощь вашим хвойным растениям. Да и вообще растениям, которые плохо перенесли зимовку. Ну все, всем пока, друзья. До новых встреч.